Мы не нашли там молодого человека, скажем так, который... You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Так, воображение нам не помогает. Никуда пройти я не могу. Если он сейчас опять скажет про... I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ага. Я думал, он опять скажет... О, фальшивый поезд. Waiting hall. Может, я что-то упускаю? Смотрите, боковую ветку, которая начинается от стрелки. Стрелка боковая. Ну, меня перекидывает. Меня перекидывает сразу же на карту. Далеко там не уйдешь. Нужно быть внимательным. Хорошо, сейчас посмотрим. Перекинь меня на карту. Да, меня перекинь на карту. Вот как бы граница. Да, во. Где тут карта? Хорошо. Эта дорога идет в том же направлении, что и рельсы. Карьеру. Как мне этим, скажем так, воспользоваться? Специальный гон. В исчезнувшем поезде был специальный вагон. Затопленный карьер. Но уехал по этой части путей. Почему вот с этим нельзя связать? Это глупостью уже начинаю заниматься. Хорошо, майн, минис. Вот сюда ведет. Давайте-ка на берег сходим. Есть ли там, куда пройти? Так. Озеро туда. Здесь сколько? Недолго музыка играла. То есть вон есть какой-то заход туда.
Не получится так провести. Да и сюда нам и не нужно. Я только что... Хорошо, так. Давайте, зная новые факты. Баржи. Он не проехал. Так. Хотя Честерфилд. Надо карту открыть. Посмотреть точно. Честерфилд. Мне кажется, что он, да, он... А хотя мы здесь нашли... Честерфилд он проехал, а Донкастер нет. Честерфилд он проехал, Донкастер нет. Честерфилд он проехал. Донкастер он не проехал уже. Он до него не доехал. Сейчас раньше. Так. Что-то пока что глухо. Это... следствие в прямом смысле чуть-чуть в тупик не зашло. Блин, же он прыгать не умеет. Смотрите боковую ветку между станциями Честерфилд и Ипшем. Донкастер. Отсюда нас и повело к берегу. Что мозг начинает подкипать. Так. А давайте-ка попробуем. Опа. Мотив новый появился. Потеря прототипа принесет денег мистеру Робинсону благодаря страховке и уже подписанным многочисленным контрактам. Потеря прототипа, даже если он все спланировал, он потеряет больше, чем выиграет. Страховка не покроет стоимость прототипа. Но давайте учитывать то, что он подписал порядка 4 контрактов на одних и тех же условиях по 10% от суммы плюс страховка. Ну, он на 10% типа в минус уйдет. Я тут на самом деле особо не вижу какой-то. Ну, давайте как жертву будем воспринимать. А с этим он не в ладах. Между Честерфилдом. Так, мы вот сюда портнулись. Что, правда, здесь еще можно осмотреть, я понимаю. Я немножечко пропустил тот момент. Я думаю, кто это на меня бежит? Ватсон круги нарезает. А, я здесь толком ничего не посмотрел, ведь. Стоп.
А, это свет. Ну, здесь ничего такого нет. Ватсон, это похвально, что вы следите за своей физической формой, но, пожалуйста, не на работе. Лисенка, правда, какая-то... Нету здесь, правда, ничего. Сюда зайти нельзя. А, оно воспринимает, как будто я в ту сторону иду, а не пытаюсь зайти. Интересно. This suitcase contains my archives. We can consult with it. A telegraph. Странно. Очень подозрительно, что все вдруг закончилось. И Ватсон где-то... А, вон он ходит. Давайте с ним попробуем поговорить. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Здесь вы ничего не найдете. А, луна светит. Ваться. Что-то здесь под ногами. Это что такое? Это что сейчас чуть не послужило моим первым инфарктом? Мне просто любопытно. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. The rail is rusted and looks old, but... Можно. Хорошо. Вот какой момент упустил. The railway ends here. That is strange. Украдены. Так. Кто-то похитил рельсы, чтобы временно восстановить недостающий участок пути к затопленному карьеру. Интересное предположение. Чтобы загнать целый поезд, нужно довольно большая баржа. Так, тут у нас уже плюс по заданиям.
боковую ветку, которая начинается от стрелки. Давайте еще раз теперь внимательнее посмотрим. Так. Значит, здесь должна быть, значит, возможность куда-то уйти. Возможности нет. То есть я не могу никаким образом указать на то, что там эти не сходятся. Уехать, скорее всего, да. И опять 25. Боковую ветку, которая начинается от стрелки. Боковая ветка от стрелки. Вон стрелка. Может, назад что пройти? Я не понимаю. Ты... Пройти. Далеко не пройдешься, потому что сразу же карту открывает. Поезд могли утопить в затопленном карьере у станции Донкастер. Поезд не мог утонуть в карьере, поскольку у ведущих не хватает секций. Стоп, что я выбрал? Не хватает, а тут. А, то есть я не могу. Хо-хо! К чему-то мы пришли. Поезд утопили в карьере. А куда мне это теперь сообщить? И как мне это проверить? Подождите, но... Та кнопка. Угу. Но если он не проезжал... А, то есть у нас нет другого варианта. По причине... Если я тут выберу другие варианты. Не жертва, а мотив. А, ну тут все равно не хватает. То есть у меня один единственный вариант пока что, это то, что... Специально оставили. Так, возвращаем мои варианты. Ившим. Давайте, там, по-моему, единственный нормальный начальник станции. К нему и обратимся.
Так, где этот начальник станции? Могу я с ним поговорить? The entire train has disappeared. It's a disaster. Нет, правда, не могу. А, то есть не... Секунду. Немножко меня отвлекли. Не доходит до меня немножечко вот эта стрелка, что там смотреть. С этим поговорить нельзя. Стрелка, давайте еще раз вернемся. Что может быть не так? Так, умозаключение. Больше, ну, пока что только то, что его утопили. То, что может быть еще? Там не дает никуда пойти, не дает ничего посмотреть, сразу выкидывает на карту. Что делать? Биржу утопили, но нужно типа объяснить как. Как он вверх, вот как. Mines.
шахт. This is interesting. Это интересно. Так, перевели рельсы, стрелку и в шахту. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Ну, это, кстати, идея, куда, как говорится, более вразумительная, нежели утопили. Зачем? Просто зачем? Сама мысль, зачем топить поезд? Типа, ради поддержки легенды, что он таинственно исчез. Это шахты, Холмс. По-видимому, их забросили. А... Ага, это мы сюда и приехали. Чё сейчас забросили? Измерить. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Меньше. A lightly loaded vehicle came this way. Нагруженный экипаж проехал здесь. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. То есть одна повозка с брусьями, одна с рельсами. Не очень надежный, но все же. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious. But to be truthful, I am not entirely surprised. Слишком сильно. It's difficult to follow, сложно поспевать за вашими идеями, Холмс. Пустое место. Следы на земле. Мне кажется, здесь были эти. Нет рельс. Вот я об этом же. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Разобраны. Вот у меня та же мысля мелькнула. Они разобрали, что... Во! Дорога к карьеру. Во! Теперь... Он не проехал. Поезд... А если он все-таки проехал? А, значит, это... Значит... Сейчас, я запутался. Я не помню карту. И там, по-моему, одно утверждение, да? Какое-то у нас остается. Где шахты? А, стоп, это мы уже посмотрели. Вагонетки. Уж больно. Мышкой быстро кручу-верчу. Там страшно. Ветер воет. Майнгвард. Охранники, что ли? Металлический ящик. Что за металлический ящик? А, this box must be the safe. Откроем. Let's его. Open it. Вперед. Два, три, четыре, пять. Ого, пять. Дальше. Этого.
подходит к этому, она не подходит к этому. Соединяем. Нет, не соединяем. Может быть. О! Бум. Шоколадка. Фу. А, во. Чуть-чуть там не состыковало. Чуть не доставало. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. А, придется к Майкрофту обращаться за помощью. Так, новые инструкции для всех сотрудников службы безопасности ВИА «Уголь». Сообщаем, что с сегодняшнего дня представителям компании «Баркас» предоставляется свободный доступ в шахты. Это компания их будущий владелец. Кроме того, правило «Вход запрещен» будет применяться ко всем представителям консорциума «Каракал». Контракт отменен. Ничего не объясняйте. Эта информация конфиденциальна. Ватсон, похоже, что обе южноамериканские компании собирались купить. The man at Doncaster, who fed our approach, he smokes Mexican cigars. Возможно. Yes, Ватсон. We should certainly speak with him. Поговорить. Найти бы его для начала. Где что сыпется, я понять не могу. Четыре фута дюйма. Узкая легкая повозка. Так, найди человека, курившего, вот это меня тоже волнует найти. Используйте телеграф, чтобы узнать. Это в любом случае нужно на эту. На любую станцию. Осмотрите шахты, выясните, можно ли там спрятать поезд. Осмотрите шахты. Ты что, дурак? Куча камней. Ну, она как бы... Странный сверток. Она как бы завалена. Но при этом... This is an unusual kind of paper. Это необычно жесткая и сухая. It was использовалась для особых целей. Let us look inside. Заглянем внутрь. И... А. Пилки. Я почти уверен, что это... Ватсон, вы не поможете мне? Ватсон, could you assist, please? У вас есть do you с собой пистолет? Good. Хорошо. Стреляйте в сверток. А, мне типа за... Ватсона дали. О, прикольно. Динамит. Динамит. Скорее его. Шахта обрушилась. А, совместили. Шахту взорвали, чтобы спрятать поезд. Динамит использовали после того, как поезд въехал в нее. Шахту взорвали динамит, как хотел ее закрыть. Нет, мне кажется, это был поезд. Там спрятан все-таки. Вот это поезд погребен породами взорванной шахты. Он не погребен. Ну, хотя с какой-то, ну, стороны он, да, он погребен, но... Еще что-то есть? Что, мулики? Нет, кто? Там осталось одно утверждение. Что с по заданием? Давайте посмотрим. Донкастер. Давайте туда. Там в любом случае тоже есть телеграф. Или телеграм.
оттуда и отправим, и ну что, в лишний раз сюда-сюда не прыгать. Донкастер Стейшн. Please, sir, we would ask you not to leave. Подождите, у нас есть к вам несколько вопросов. Are you the police? No, we are employed by the railway company. Company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Прошлой ночью. Прошлой ночью. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? Были ли вы здесь прошлой ночью? No, I just arrived from South America. Я только что приехал из Южной Америки. A formidable journey, no doubt. Большое путешествие, несомненно. Which country are you from? Из какой страны вы приехали? De Chile. Chile. My friendo. Морщины. Сейчас уже в возрасте. Нарядная одежда. Дорогая одежда. А, крепкое телосложение. А вот эта пуговица, она не оборвана? Дорогая сигара. Драчун. Ой. Сейчас будет махач. Чили. But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Почему подумали, что я из Мексики? Мексиканская сигара. Because of your cigars. Это будет как-то более... Cigarrillos. Да, сигары. So what? Those cigars are the Ricardo brand from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Культурно сказать. Pero not your business. Это не ваше дело. Что вы здесь делаете? I don't suppose не похоже, that you are on vacation. Были в отпуске. What business какое brought дело you here? Привело вас сюда? I was to meet my fellow compañeros. Я должен был встретить своих приятелей-компаньонов. Они были на том проклятом поезде. That dumb train. I will stay here. Я останусь здесь и буду надеяться, что власти найдут их. Or their bodies. Или их тела. It's now my responsibility. Мой долг вернуть их на родную землю. Repatriate them. Who authorized you to do that? Кто уполномочил вас это сделать? The company I work for. Компания, на которой я работаю. Could you tell me the name of the company? Вы можете сказать, как называется? It's not your concern. Это ваше. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Buenas noches, мои compadre. Not a very friendly man, and he is lying. Да. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Это да. Ну, по этим вот, по сигарам мы это знаем. Связаться с Майкрофтом. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply. Вот ответ. Довольно and интересный. It is an interesting one. Есть две компании. Чилийская баркаска. Кобе стремились приобрести... Консорциум Каракал утвердил сделку, однако благодаря своим счетным верхам сумела. Короче, у кого больше бабок, тот, как говорится, и рулит. У Мексинцев не было разногласий с чилийцами. Все-таки бизнес это бизнес. А, выбрал я, не выбрал. Чилийцы заставили поезд исчезнуть, чтобы похитить. Чилийцы украли прототип. Бум! То, к чему я вел с самого начала. Первое. Чилийцы похитили прототип Робинсона. Для финансовой выгоды. Кто знает, что они еще натворят. Вы свяжетесь с Лестерном, позвоните полиции... И позволите полиции вершить правосудие, даже рискуя получить международный скандал. Политическая игра. Криминальными организациями такого уровня нельзя действовать шумно. Дело требует деликатности. Вы дадите Майкрофту шанс решить проблему, даже если он получит с этого выгоду. Ну, кстати, да, международный, как говорится, скандал... Это такое, то есть лучше пусть Майкрофт дело делает. Не особо хочется скандалов всяких. Говорится, Шерлок он всегда оставался. Что думаете делать, Холмс? Well, я попрошу о помощи для ареста. There were accomplices. Там были сообщники. Но я знаю этот взгляд. У вас есть идея? Что вы задумали, Холмс? On the one hand, с одной стороны, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade.
Проблема в том, что официальные власти не способны действовать тихо. Они предпочитают грубую силу. Это может вызвать международный скандал. Другая сторона — мой брат Майкрофт и его нудные политические игры. Он обнаружит виновников без проблем. Но это будет долгий процесс. Он затянется. Возможно, не без выгодного компромисса в пользу Майкрофта. И все-таки я дам Майкрофту шанс. В данном случае нам стоит убрать в сторону наши личные разногласия. Отправимся домой. Мне не терпится записать эту историю. Так, теперь прям очень важный момент. Угадал я или нет? Спрятали поезд, взорванный. Так, вы решили дать. Найден улик 23. Чилийцы украли вроде приговор. Политическая игра. Нет. Капец. Капец, я... Блин, ну так не... А тогда что? Все улики, но заключение неправильное? Хотите перейти к другому заключению? Игра загрузится перед тем, как был сделан моральный выбор. Давайте попробуем. То есть не чилийцы? Странно. Хорошо, подождите. Если поставить так, то все разрывается. А, вот оно что. То есть, блин, у меня вот так вот было две версии, и к ним я обеим пришел. То, как я и считал, то есть 90% он в общей сумме получит от продажи, ну, от этой махинации. Все было сделано ради денег. Мошенник с помощью сумщиков, он отправил поезд и фальшивый пройти в шахту, чтобы обрушить ее, получить деньги за страховку и подписанные контракты. Коварный преступник, пожертвовавший жизнями людей для своей выгоды. Вы свяжетесь, Ластерн, позвольте полиции вершить с собой, пока Робинсон не совершил что-то еще. Но он также влияет на человека. Прямая стычка нежелательна. Будет лучше принять предложение Майкрофта политически. Даже в ущерб правосудию. А вот здесь. Я все-таки сделаю вот так. Раз на то пошло. Давайте посмотрим, какой здесь будет результат. Что ж, дело закрыто. Well, I shall require assistance for the arrest. But I know that... On the one hand, we have Mycroft and his tedious, but it will be a long and drawn-out process. Our other option is the problem we have there. All the same, I think that I prefer the fourth. Let us go home then. No, I did not say that. Well, nothing. I only want to stop our dear Mr. Robinson before he realizes we have cornered him. Let us go. Если это тоже неправильный, и есть третий вариант, я останавливаюсь на вот этом, и все. То есть не буду я в третий раз переигрывать. То есть у меня было две идеи. Одна. Мистер Робинсон, мы просим вас оставаться здесь до прибытия полиции. Полиции? Но зачем? Вы единственный подозреваемый в деле о поезде, в котором, между прочим, погибли и все пассажиры. Что? Это шутка? I can assure you that it is not. Нет. This is outrageous. Это возмутительно. Вы не знаете, с кем имеете дело. Я влиятельный человек, и вы еще пожалеете. We know perfectly well who you are. Нам известно, где поезд. Полиция будет счастлива его найти.
And as for your exclusive sales contracts. Да. Мне вот просто теперь, честно говоря, интересно докопаться до истины. Если он не мошенник. Я говорил, что я остановлюсь, нет. Мне просто теперь интересно, что случилось. Типа, я понял, я дважды лоханулся. Все. Типа, значит. А, вот еще одна тема открылась. Не было разногласий, это бизнес. У меня компания играла, были разногласия по поводу того, кому отойдет угольная шахта, несмотря на то, что... Баржи. Не проехал. Хорошо, если он вдруг... Проехал. Шахту кто-то хотел ее закрыть. То есть кто-то пили тогда у нас. Вывод. Еще один вывод. Мексиканская ловушка. Мексиканцы устроили так, чтобы чилийцы остались в поезде. Вот почему контролер кроме чилийцев. Мексиканцы тупили чилийцев. Да что? Тут прям... То есть этот, который ученый и изобретатель, ну, он просто случайная жертва. Серьезно. Это было тщательно спланированное убийство. Спрятали поезд в затопленном карьере, чтобы спрятать улики. Вражда привлекла к большим целям. Нужно действовать быстро. Я уже не знаю, что это будет. Мне просто, конечно, сюжет завернут. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require... On the problem we... Our other, but it will. But let us go home. No, I did not. Well, Watson, we know that the Barcazas company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. Нам нужно загнать его. But how do you intend to prove? Oh no! Не говори, что мы не рвем бойца. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. Of course, you already had a plan. Well, the case is solved. Дело закрыто, и мы отправляемся домой. Давай билеты до Лондона, пожалуйста. Right away. Сейчас я... Подождите. Wait a minute. Мишку. Вы что же, закрыли дело? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. Ближайшим поездом. Он его вытащили, да? Он жив? Yes, by extreme good fortune. Его очень тяжело, перевозка рискованна, но его постараются доставить целостки. But he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalist will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Страшно. Блин, сколько тут разных вариантов, которые открывают доп. Материалы. О! Решил завершить начатое. Их же оружием. Их же оружием. Traitor! You double-crossed me! Кто? А у меня есть пистолет? Стрелять надо кто-то... Он нам нужен живым! Ни в коем случае не убивать.
Good shot, Watson. Отличный выстрел, I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! Боже мой. I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. Хотел бы напомнить, что содействие облегчит ваш приговор. Или облегчит? By the way, Watson, would you be so kind as to give me несколько уроков стрельбы? Yes, but not in our sitting room and not with you wearing a blindfold. Завязывать глаза. Да. Бум. Все правильно. Ну тут точно правильно. Раз ты... прошлые две версии они начали отрицать все, а тут такое развитие пошло. Улики-то я все вот уже второй раз. Улики все собрала. Вот. Да. Статистика дела. 69-63.